Здравия желаю, уважаемые пользователи и подписчики. Итак, подготовил на зиму бесплатное отопление. Вот, значит, вот такой прожектор. Видите, накаляется вот 65,3 уже. 65,2, 65,3. Это градусник, видите, вставлен. Применяется галогенный прожектор. Применяется 48 вольт выпрямитель, значит, блок питания выпрямитель, значит, 1 ампер, хотя я в амперы не верю, но это, то есть вот это можно обогревать, ребята, можете применять. Вот эту комнату вполне 30 кубов. Вполне можно обогревать. При этом, как видите, потребления вот нету. Вот она стоит. Час уже так стоит. То есть отсюда сдвинулся вот до сюда за час. То есть потребление или ноль, или там, может, пол ватта, один ватт. Ну, это практически близко к нулю. То есть бестопливный обогреватель. Схема простая, значит, вот провода от него присоединил к выпрямителю, а выпрямитель в сеть. То есть тут все дело в подгонке тока и напряжения. Не важно, когда подключаете, не важно, что там плюс-минус. Для этих галогенных ламп это важности нет. И как видите, температура держится стабильно 65,2, 65,3. То есть это вполне хватит, чтобы в тепле прожить и при этом, значит, ничего не платить. Ну, кто там не верит счетчику, считайте, что там 1 ватт потребления. Ну, я считаю, что 0. Я этому счетчику верю. Кто не верит, считайте 1 ватт. То есть отсюда до сюда зашел за час. Это 1 ватт, может, в час. И то нету. Пол ватта. То есть система работает. Сейчас схему. Зарисуем схему. Ребята. Вот она схема. Схема очень простая. Сорок восемь вольт. 1 ампер. Блок питания выпрямитель. Он же блок питания, как вот мне говорили, блок питания это. Он же блок питания, он же выпрямитель. Два в одном. То есть он выпрямляет переменный ток на постоянный. И одновременно питает приборы. В данном случае он питает вот этот прожектор. Прожектор. Значит, что у нас в прожекторе? Как видите, три галогенных лампочки спиральные мощностью в сумме, значит, прожектор галоген 150 ватт в сумме. Видите, 65,3. Счетчик также и стоит. Вот видно. То есть обмана тут нет. Ну, кто не верит счетчику, считайте там 1 ватт или там 5 ватт. Как хотите. Но я считаю, что это бестопливный. Бестопливный обогреватель на зиму. Значит, выпрямитель. Он же блок питания, прожектор на 150 ватт со стеклом. И получаем бестопливный, значит, обогреватель на зиму. Хватит для обогрева комнаты минимум 30-40 кубических метров воздуха прогреть. При условии, что у вас не будет щелей в окнах и дверях.
А если будет сели, то улицу мы не обогреем ничем. Благодарю за внимание и понимание. Всем удачи и железного здоровья.